Всем большой привет! И вот, наконец-то наступил наш долгожданный момент. Узнаем, куда эти два замечательных воблера поедут. Какой счастливчик этот воблер выиграл. Перед тем, как мы начнем разыгрывать лайв, хочу еще что-то сказать. Что вас ожидает в этом году, в этом сезоне? Это хотелось или в планах у меня на интересные приманочки делать обзоры. Будут обзоры от подарков, от подписчиков. И если у вас есть желание какой-нибудь воблер просто так прислать мне на обзор, то, конечно, вы тоже это можете делать. Пишите просто под этим видео комментарии, и мы с вами свяжемся. Да, вот так вот. И в этом сезоне хочу попробовать интересные приманочки, необычные приманочки. Может, даже кто-то их и даже не знал. Будем делать обзоры. Ну что ж, долго не будем вас задерживать, и мы приступим. Вот. Выбираем случайное число от 1 до 51. Так как 51 человек участвовал, начинаем. Выиграл у нас номер 43. Сейчас мы это посмотрим. Все имена участников. И выиграл у нас под именем 43 Андрей Горбачев. Смотрим комментарий, что нам Андрей Горбачев написал. Вот. С наступившим праздником. Есть у меня обычный Александр, да? Underdog. Живого места на нем нет. А вот составники у нас просто не продают. Очень хотелось бы проверить на своих реках и озерах. Вот что он написал. Итак, Андрей, большое спасибо, что ты тоже участвовал в этом конкурсе. А остальным, к сожалению, еще будут у меня обзоры, не последний. И поэтому, да, хочу, чтобы он мне комментарий написал. Жду контакта. Всем до новых встреч. Пока-пока.